Здравствуйте! На этом уроке мы опять-таки попробуем выяснить, чему равна масса вот этого знака вопроса. Но в этот раз мы поступим немного по-другому, более математически, что ли. Математика – это язык, это символы, которые представляют собой те или иные идеи, понятия, отношения. Сначала давайте попробуем записать отношения между этими двумя чашами весов в виде математического выражения. Я сделаю маленькую подсказку. Чаша весов уравновешена, то есть массы на чаше равны. Это будет равенство двух выражений. Масса на левой чаше равна массе на правой чаше. Что находится на левой чаше весов? Какая-то неизвестная масса. Запишем ее как знак вопроса. Но это еще не все. На левой чаше еще есть 3 кубика по килограмму, то есть 3 килограмма. Значит, здесь мы дописываем плюс 3 килограмма. Вот это все находится на левой чаше весов. А что у нас на правой чаше? Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 кубиков, то есть 10 килограмм. Значит, в правой части выражения мы записываем 10. А что еще мы знаем? Мы знаем, что чаши весов уравновешены. Масса на левой чаше равна массе на правой чаше. Значит, здесь между выражениями мы ставим знак равенства. Как видите, получилось уравнение. Мы составили уравнение. В качестве неизвестного выступает знак вопроса. Мы не знаем, чему равна эта масса на левой чаше, но мы знаем, что эта масса плюс 3 килограмма равна 10 килограммам. Теперь вопрос к вам. Что нужно сделать с этим выражением, чтобы найти, чему равен вот этот знак вопроса? По сути, нам нужно решить это уравнение. На прошлом занятии, если вы помните, чтобы найти массу, которая прячется за знаком вопроса, мы убирали по 3 кубика, 3 килограмма, с обеих чаш весов. Если мы уберем 3 кубика только с одной чаши, то весы уже не будут равновешены. Тогда мы уже не сможем сказать, что масса на левой чаше весов равна массе на правой чаше. Чтобы массы оставались одинаковыми, все, что мы делаем с одной чашей весов, мы должны проделать и с другой. На прошлом занятии мы убирали по 3 килограмма с обеих чаш весов, чтобы не нарушить равновесие. То же самое мы проделываем и с математическим выражением. Мы убираем 3 килограмма из левой части, то есть отнимаем 3 от левой части. Но если мы отнимем 3 только от левой части, то это выражение равенством уже не будет. Поэтому мы должны отнять 3 от обеих частей выражения. Вычитаем 3 из обеих частей этого уравнения, чтобы равенство оставалось равенством. Что тогда останется в левой части? Точно так же, как и здесь, в левой части останется только знак вопроса. 3 минус 3 равно 0. Значит, в левой части остается только знак вопроса. А в правой части получается 10 минус 3, а это равно 7. Как видите, получился точно такой же ответ, как и в прошлый раз. Знак вопроса равен 7 килограммам, если 1 кубик – это 1 килограмм. Вот и все. До скорых встреч!